По закону не обязательно. Мы пришли до штрафа, сказали, что Сергей, но он не отказывает. От чего? Вот да, представьте, кто он такой? Да. По закону не обязательно, ребята. А что он не за? Давайте, давайте, сейчас мы сейчас освидетельствуемся. Давайте. Потребуем, мы ему предоставим, я понял. Он отказывается. Кто сейчас он такой? Да. Я тоже гражданин Украины. Максим, да, все, что? Пускай, да, успокойтесь. Есть прибор. Да, есть, нету, все. Чего? Выключите. Почему? Ну все, почему? Гражданин... Давайте не это, хорошо. Позовите их, да, позовите их. Да. Возникло по поводу того, кто да, сидит в машине. Да, да, вот, кто сидит. Хорошо, позовите их. Позовите вашего сотрудника, вашего коллегу сюда. Он сегодня не работает. Как не работает? А что Запорожгаз? Мы его отстранили от работы. Как это? Отстранили. Я видел, у меня зафиксировано. Что вы видели? Он разматывал ленты. Он ленту мне подал, ленту я. Ну а что он это делал? Запорожгаз? А что он в форме? Тогда вопрос, человек в форме Запорожгаза делает в машине у вас. Он отстранен от работы. На каком основании он отстранен? На любом. На каком основании? Давай, ребята. Как вас зовут, скажи? Что значит? Да, все, тише. Да, все, хорошо. Девушка, сейчас мы сейчас документально оформим, все по закону и все. Ну в чем проблема? Все главные. Сейчас начинаете поднимать, пишем газ сама. А можно мне свидетелей, пожалуйста? А сейчас вот девушка, я могу быть. Да. И сейчас еще человек подойдет. Мне достаточно. Промили. Человек находится в состоянии алкоголя. Фу. Потому что допустимая норма 0,20.
0,64. 0,02.